Просто хочу записать это видео, но телефон вырубается в любой момент и не сохраняет, так уже десятки видео. Здесь идет дождь, повсюду сыро, некуда присесть. Я не хочу видеть этот мир, который здесь вокруг. Мне плевать вообще на жалость. Да, может быть, я давлю на жалость, для кого-то кажется. Прости, пожалуйста. Из хорошего я вчера гулял с двумя девчонками 10 минут. Мы не целовались. У них есть парни. Я просто был другом. Одна единственная девчонка вообще на весь город согласилась со мной гулять. Но она, наверное, скорее всего, она хочет просто изучить меня, понять, что такое маньяк, что такое психический, что такое шиз. И вот, например, ты шиз. Вот, например, я скажу, что я сейчас шел, я чувствую отсутствие безопасности. Я не принимал таблеток, ничего не ел. Просто так, я не жалуюсь на жизнь, просто мне не хочется. И когда я шел, шли три молодых типа, или там девчонка была среди них, я не обратил внимания. На меня мама наорала, и я ушел из дома. Она сказала, ночуй хоть на сугробе. У нее внезапная агрессия проявилась. Также она быстро успокаивается. Она ненавидит то, что я живу с ней. Я тоже ненавижу себя за то, что я живу с ней. Шли три типа, они смеялись. И знаешь, сейчас ты будешь смеяться надо мной. Ты тоже, допустим, ты тоже шиз, и ты будешь смеяться надо мной. Я подумал, что они смеются надо мной. Посмейся надо мной. Но я могу узнать, где ты живешь. Я могу узнать, где твоя машина. У тебя есть машина. У тебя есть будущее. У тебя есть работа. А у меня ничего этого нет. Меня уволили с работы, когда узнали, что я психически больной. На учете у психиатра. У меня есть тысячи картин, которые мама увезла в гараж, сказав отцу. В дерьмовый гараж, который полуразваливается в самый разгар холода. У меня ничего нету, у меня нет будущего. Я хочу рассказать, что сейчас произошло. Только я вышел на улицу, и уже кое-что произошло неприятное. Я могу не вдаваться в подробности, ты можешь посмеяться, но однажды ты поймешь, что такое боль. Потому что тебя никогда не били. Поэтому ты издеваешься, смеешься надо мной. А меня били. Но я выпью таблетки, и я не буду вспоминать ни о чем этом. Не париться ни о чем этом. Обо всем забуду плохом. Буду просто дома сидеть. На работу меня не возьмут, потому что везде требуются женщины. Я это знаю по практике. Я не программист совсем, я не математик, я гуманитарий, у меня нет будущего. Ты можешь смеяться надо мной, но мне нечего терять. Я мечтаю, чтобы у меня была винтовка М16 с хорошим штык-ножом и с достаточным количеством патронов и с глушителем. Хотя он, да, глушитель, я смотрел видео, он действительно очень заглушает, что там буквально вот такой звук. Когда таблетки закончатся, мне будет очень сильно хотеться, чтобы это было у меня, но этого никогда не будет у меня. Я сочувствую людям, я не обидел ни одно живое существо. Ни голуби, никогда ничего. Так что вы ошиблись
полицейский, если думаете, что я преступник. А вы говорили, что я самый опасный преступник, смотря на мои картины. А одна женщина сказала, что я, видя мою картину в реальности, на формате А1, абстрактную, она сказала, как будто в душу насрали. И одна девушка из Приморья купила две мои картины, где я выразил всю свою боль, потому что меня кинули на деньги, на 5000, воспользовавшись тем, что я психический инвалид. Для них я лох. Для них я никто. Или все же кто-то. Пусть это останется навеки. Если ты вернешь мне деньги, я расскажу об этом и ничего плохого про тебя не скажу и компрометирующего. Потому что у меня есть разум все-таки. Есть чувство, сочувствие, понимание другого человека. Я расскажу тебе хорошее. Тебе хочется, чтобы я тебе, если я стану великим художником, как Ван Гог, потому что у меня тысячи картин. Ты считаешь меня ничтожеством. Все меня считают ничтожеством. Но может быть я стану великим художником, и обо мне напишут биографию. И о тебе напишут либо то, что ты кинул инвалида психического, аутиста, высокофункционального. Они это выяснят, специалисты. И уже не будет важно мнение тех, кто в этом не разбирается в будущем. Твоя фамилия, твои переписки, наши переписки, все будет в подробностях в будущем, когда я умру. А я проживу, скорее всего, недолго, я так думаю, но это не важно.